Добро пожаловать на просмотр видео. С вами Данич, на ваших экранах игра My Favorite Car. После последнего обзора на данный симулятор вышло много обновлений, в одном из которых добавили новый автомобиль, а именно Ford F-150 Ranger 1984 года. Причем добавили очень креативно. Перед тем, как мы сможем на нем ездить, нам сначала нужно его найти и собрать по запчастям. В этом видео я покажу вам его местонахождение и процесс сборки. Приятного просмотра. Для начала нам нужно выехать со двора нашего дома, повернув налево, и ехать по дороге до выезда из деревни. Вот и выезд. Поворачиваем направо и просто-напросто переезжаем дорогу. Мы на месте. Выходим из машины и видим дом. Причем в него можно зайти и там походить. Стоит отметить, что это очень уютное местечко с выходом к озеру. Вот мы и нашли наш пикап. Как видите, он полностью разобран. Детали разбросаны вокруг дома. Кстати, тут излюбленная разработчиками пасхалочка в виде надписи «Цой жив». В режиме спидрана собираем Ford. Замечательно, наш пикап готов. Как и у шестерки, мы можем все пооткрывать. Что снаружи, что внутри, модель выполнена на 5 с плюсом. Очень годная обновка, надеюсь, в будущем будет то, что можно в нем возить. Вот такой получился видос, я рад, что вы его глянули. Спасибо за просмотр, встретимся в следующем видео или на стриме.